Мама переживает, все хочет приехать. Я говорю, не надо. Я не смогу. Не приедет мама? Ну, я сказал, что на первого не приезжай. Не надо, я не смогу. Новый сезон, новые постановки и новый актер в городской труппе. Каюм Мухтаров совсем недавно окончил Казанское театральное училище и приехал в наш город по приглашению художественного руководителя Березняковского театра. Этой осенью он открывает свой первый театральный сезон ролью сына Васеньки в премьере «Старший сын». Это первая постановка у меня профессиональная будет. Как бы у меня была лаборатория, но это лаборатория. А тут будет премьера. Как бы. Цветы шампанское. Тут репеточек такой есть все-таки, как бы. Премьеру поставят и в бэйби-театре нашего города. На короткое время репетиционный зал станет местом игровой постановки для детей до 5 лет. Тех, кто еще в силу возраста не может посетить традиционные детские постановки. Хотя и груднички приходили на эти праздники и просто получали удовольствие от того, что трогали игрушки, да, сами наряжали елочку. Бэйби-театр – это больше такой за счет театральной игры проводник и знакомство маленького человека с миром. Худрук театра мечтает сделать отдельное помещение театр для самых маленьких зрителей и проводить такие постановки на регулярной основе. Кристина Придейна, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.